Что-то захотелось мне солянки. Отличная, вкуснейшая штука. Я часто ее готовлю, но в основном с грибами. А сейчас вот решил приготовить с мясом. Всем привет! Вы на канале Монах ТВ. Ну и начнем, пожалуй, с капусты. 2 килограмма капусты я порезал вот на такие полоски. 500 грамм лука, нарезанного четверть кольцами. 500 грамм моркови, натертой на крупной терке. Я уже немного подрасчитал вес, поэтому 2 столовых ложки соли. Если будет мало, потом добавлю. Нам сейчас нужно хорошенько размять, пожамкать капусту с овощами, чтобы она дала сок и немного утрамбовалась, уменьшилась в размерах. Немного ее утрамбовал и пускай постоит минут 15. Свиная вырезка не зубурел, просто другого мяса не было в мясной лавке. Пришлось взять вырезку. Удаляю жирок. Он нам не нужен. Не, ну если кому-то нравится, пожалуйста. Хотел взять говядину, но подумал, что жестковато она будет в солянке. Поэтому свинина. Ну, естественно, я ее помыл хорошенько под проточной водой и обсушил бумажным полотенцем. Крупные кусочки нам не нужны. Поэтому вот такие вот будут самое то, что нужно. В овощи добавляю мясо. Здесь у меня 1,5 килограмма. Получилось 200 миллилитров растительного масла, 100 миллилитров яблочного уксуса 6%, пару столовых ложек сахара, немного паприки, томатная паста. У меня одна баночка, 270 грамм. Ну и, конечно, черный свежемолотый перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем. И можно добавить соль, уксус, кому чего не хватает. Банки взял по 0,5 литра, 10 штук. Надеюсь, этого хватит. Мне больше не нужно. Загружаем банки, набивая плотно по плечике. Как и рассчитывал, получилось ровно 10 банок. Банки закатываем крышками. Крышки предварительно заливаем кипятком секунд на 30 минимум, чтобы уплотнительное кольцо размякло и плотнее прилегло к горловине банки. Ну и чтобы всякая грязь ушла с крыш, которая поналипла на них при производстве. Кто еще не знает, что у меня за машинка? Это ProdMash. Модель LuxP. Автомат. Вот до щелчка и готово. Можно закатывать следующую. Если поторопиться, то можно очень быстро закатать много банок. Банки загружаем в автоклав. Добавляю немного лимонной кислоты, чтобы не было налета от воды. И заливаю воду. Воду обычно заливаю градусов 40-50. Закрываем крышку. Ставим термометр и накачиваю давление предварительно до 1 бара. Ставлю на огонь и для 0,5 банок 120 градусов 40 минут. Приготовилась наша солянка. Это, конечно, вкусно,
но немного привкус подгорелого. Видимо, для капусты многовато 120 градусов. Вот мне сейчас не хватает фасоли сюда. И хорошо, что не положил говядину. Была бы жесткая. Свинина то, что нужно. Думаю, с курицей тоже будет хорошо. С индейкой. Но я вообще люблю капусту. Неважно, в солянке, так тушеную. Пироги с капустой обожаю. Причем с разной. Есть заливной пирог со свежей капустой. Тоже отличная штука. Ну а вам всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Будет много всего интересного. Оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Там частенько бывает анонс, фотографии с автоклавом, с дегидратором, ну и вообще с различными рецептами. С выездами на природу, рыбалка, тихая охота, ножи Российской империи СССР и так далее и тому подобное. Еще раз всем приятного аппетита. Пока! Mm-hmm.